Ну рассказывай, ты готова к пиву? Я кофе печу. Я не понимаю, что у нас пропали. Нет кофе, это не надо. Вместе с Старбаксом. Что за... Ну давай. Итак, друзья, мы прибыли в Брюгге. Кофе, нет, кофе. Да ладно. Вот. Следы разрухи завтрака. Надо было на видео снять, когда этого было красиво, и что мы после этого оставили. Ну, поздно. Да. Я могу снять тебя, который уничтожил все это. Один круассан. Половину. Да. Половину. Половину. Да. Сейчас мы будем идти по местам гангстеров, или как оно называется? Гангстеров. Как они? Не гангстеров. Короче, такие чуваки, которые убивали людей. Ужас. Засели в Брюгге. Ужас. Мы сейчас находимся на главной центральной площади в Брюгге. Вот, вот, вот. Вот красивые цветочки здания. И лошадей. И лошадей. И вот можно даже увидеть ту самую башню, с которой падал мужик и разбивался. Его называли Кен. Кен. Да. Он спасал Рэя. Реймонда. Рэя. От грязного Гарри. Сейчас мы планируем подняться наверх машину, посмотреть на Брюгге с высоты. Да. Главное не падать. Да, и главное проверим, до сих пор стоит входные билеты 5 евро или цена уже изменилась. Да, ну вперед. Да, пошли. Да. Повторяем подвиг. Да, в общем, что я скажу? Цены уже повысились, все свои билеты 10 евро. Если вам меньше 25 или больше 65, вот назовусь. Мы сэкономили на евро, потому что билеты назовут 18. Встретимся наверху. Все, добрались. Да, чтобы никто отсюда не падал, поставили сетки. Будет весело, когда оно все зазвенит. Я хотела бы передать привет своему брату. Саша, привет тебе из Брюгге. Мы передаем тебе привет. Вот, город Брюгге. Вот она. Да, город моей мечты. Привет. Yes.
как легко Кену спускалось. Спускалось легко, вообще да. Отлично. Летел он, походу, долго, судя по высоте. Да, и там, походу, он бы даже не выжил, судя по высоте. 366 метров. Вот с чего начинается все. Да. Тут невысоко. Лети не быстро. А, чувак гонится с лошадкой. Загоняй. Он за девушкой, которая ехала с лошадкой. Девушка за лошадкой ехала? За вечер. Такой. Эй, козлина, мелочь есть. Нет, нет, пацаны, не бейте меня, не бейте, я все отдам. Давай, мелочь. Да, да, сейчас отдам, все отдам. Сейчас мы отправляемся в самую старую пилу. Мы пытаемся искать. Как, какого она года? Основана в 1515 году. То есть почти 500 лет, и мне до сих пор действует. И пиво там, наверное, такой же свежести. Ну-ну-ну. О. For holidays, one gay beer for my gay friend, one normal beer for me, because I am normal. Normal beer. Gay beer. Gay beer. Так, ваши впечатления от хостела? Реально круто. Ребята, будьте в Брюсселе, останавливайтесь в хостел to go for. Дней питания булочками, бургерами. Нормально стоял. Где селёдка? Где селёдка? Хочу селёдки. Чем тебя увлекла так здешняя селёдка? Ну, сравнить, чем в отличие между украинским местом прославленным. Божественный рынок. Черный, как сама ночь. Судану! Я не удивлюсь, если у нее на груди знак Бэтмена. Thank you.
хорошо. Аж целый один. Два. Это те, которые Костя не находил. Да. Я говорил, что их нет. Да, это те, которые Костя не видел в упор. Это мы пришли буквально полчаса, за два пришел. Мы есть, просто мы еще точно не знаем. Но мы еще просто даже не там, в культурном центре. Да, Пельчики. Выбирай любой и поехали. Там, смотри, как с сумочкой. Ну, давай. Маленький звёздочек. Деревья, как свитерки. Помидор на грядке сад. Помидор. Все, мы сделали перерыв за файл. Они вроде одинаковые. Хотя я не уверен, это, наверное, не 0.5. А? Хотя я не уверен, что это 0.5. 0.3. 0.3? Вот, блин. А у тебя что? А у меня 0.3. А, блин. Что за нечеловеческие размеры? Черноморские. Европа. Можешь даже рассказать? Да. Вступительное Дворкин. Слово. Дворкин. Мы передаем тебе привет. Может, ты возрадуешься и передернешь пару раз на эту книжечку. Да. Вот здесь. Трушная кофейня. Да. Трушные баристы всякие. Трушная литература. История с браки. Как обрабатывать, как ухаживать, пропорции всякие там. Капучино. Да-да-да. Разные. Дозировки. Ну, в общем, дофига всего. Как ухаживать, как машину. Да. А у меня кофейные аппараты сейчас. Ну, в общем. Кофе тайм. Да. С очень прикольной кофейни на память. Молодец, молодец. Какие ваши впечатления после посещения букв I am Amsterdam? Посещения букв, да, прикольно, всегда народ. Кстати, туда и все. Идем в правильном направлении. За селедкой. Да не в правильном направлении. Ну, пойдем в правильном. За селедкой. Я после бургера. Да, бургер был клёвый. И вот полседьмого вечера, и селёдка найдена.
голландская селедка. В общем, кто будет искать, он ищет вот такие обычные ларёчки, где хот-доги и всякая уличная пища. Там они раздают. После квартала Красной Армории. Да, недалеко. Ну как твои впечатления после посещения улицы Красных Фонарей? Все ожидаемо. Стоять телочки. Все. Да. И после прогулки в кофешоп внезапно появились крыль. Стой. Снимем шоу. Все знали, что это мы не надышались. Это реальные кроли. Три штуки. Все бегут. Мне неохота туда бежать, но они были. Три. Это не кроли. Ладно, не будем смущать. В общем, короли были. Да, возле автостанции. После красного дня в Амстердаме мы готовы продолжить Брюссель. Последний день. Ну, предпоследний, но завтра уже так. Завтра уже в аэропорт. Да. Сегодня планируем еще посмотреть все писающие скульптуры. Найти, может быть, нормальные карты. Боже, сегодня день Патрика. В Гарден будет точно. Будет много. Мы уже даже присмотрели ирландский. Далеко вышло просто. С стрёмным барменом. Бармен не сильно смахивает на чистокровного ирландца. Или, может быть, ирландца из очень-очень далекой Африки. Да. Может, там тоже есть ирландцы. Может. Нас на этот раз довёз Фликс-Макс. Да, Фликс-Макс. Бас. Макс. Фликс-Бас. Да, за $18 из Амстердама в Брюссель. На двоих? Да. Передаем привет Варе с Олегом, которые говорили, что за $6 невозможно доехать из Брюсселя в Амстердам. Из Брюсселя в Амстердам за $6, из Амстердама в Брюссель за 9. Ха-ха-ха. Да. Что ищите получше. Да. Какие ваши впечатления от техасской мексиканской кухни? Много, очень много. Да ладно, я думаю, ты не отказался еще. Я отказался в таких количествах. Потому что клево, но мы знали, что так много, можно было бы как-то порции поделить, меньше взять. Мы все же съели. Да. Молодец. Ну а как ваше впечатление, что пиво? Ну, нормально. В Амстердаме лучше. А помощник пока что крепко и запчет. Все, мы теперь идем туда. За деревьями не видно.
страшно. Вот в мексиканском ресторане страшно было. А сейчас... Каковы ваши впечатления после посещения Атомиума? Какую дуру ты? Это нормально. Людям заняться голодящим сучаром. Какие дальнейшие планы? Отельчики. А потом? Потом. А потом? Потом посмотрим. Привет в Австралию. Написано, что австралийская хендмейд мороженое. Да, это даже кенгуру нарисовано, если присмотреться. Походу, плакать она будет где-то в середине. Я вот такой пульту сделаю. Слабо квак. Да. Квако. Но я надеюсь, звук был слышен, потому что не услышал. Будем считать, что квакнул. Вот. День Святого Патрика, мы таки добрались в ирландский паб. Вот. Нам повезло, нам оставили тут место для нас двоих. Вот. Тут не видно, что она зеленая, но пусть будет зеленая. Паб называется О'Рейли. Да. И тут нереально где-нибудь найти место. А, да. Он пошел на берегу. Это кто?